Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, и это адовая браузерка под названием Майдан.ру. Оставь надежду всяк сюда входящий, ты попал на Майдан. Украина, 2017 год, идет гражданская война, повсюду хаос и анархия. Больше нет президента, Верховной Рады и правительства. Блять. Что должен сделать ты? Твоя задача – восстановить город, развить науку, построить армию, заключить союзы с другими игроками, восстановить закон и порядок. Ебаться, всраться, тут даже озвучка есть. Начни восстанавливать город. Зайди во вкладку «Город», нажми настроение «Штаб» и улучши его до второго уровня. Каждый следующий уровень штаба даст в помощь одного командира – и возможность захватить две новых территории. Ад. Как ускорить строительство? В правом нижнем углу экрана находится индикатор строительства. Найди и нажми на него. Далее нажми «Ускорить строительство штаба». Ага. Сейчас, блядь, нахуй. Построй дома для населения. Найди в городе здание «Дом», нажми на него и сделай улучшение до второго уровня. Каждый новый уровень увеличит количество жителей, которые будут работать на производстве и служить в армии. Ладно, допустим. Но, блядь, эти звуки, это просто, это нечто. Активируй посольство. Найди в городе здание посольства, активируй его до первого уровня, после чего ты сможешь присоединиться к сотне или создать свою сотню. Приняли все законы! Вот это, блядь, озвучка! Сейчас нихуя не происходит, оно... Это ад! Я случайно тупо наткнулся на это. На это! И... Так, что-то озвучка тут пропала. Запусти экономику города. Найди в городе... теплицу. Сделай улучшение до второго. Запусти экономику города. Найди в городе теплицу. Сделай улучшение строения до второго уровня. Это позволит увеличить производство провианта. Не, ну это заебись. Это да. Это да. Это круто. Ну и чё? Развивай науку. Зайди во вкладку «Наука» и сделай улучшение аграрии. Каждый новый уровень науки увеличит производство провианта на 10%. Я понял. Построй казарму и армию. Найди в городе казарму. Активируй здание до первого уровня. Зайди во вкладку «Войско», приобрети 300 КАМАЗов и ускори их производство. Так точно. Получи вознаграждение за проделанное задание. Зайди во вкладку «Задание» и собери вознаграждение за проделанную работу. Это просто нечто невероятное. Используй предмет «Скорпион». Зайди во вкладку «Фортуна». Выбери одно из 12 окошек и нажми на него. После этого выигранный тобой предмет, ресурсы или армия добавятся на твой игровой счет. Ну чё? А ну повезет ли нам?
«Как узнать все об игре?». Зайди во вкладку «Советы» и в левой колонке нажми на любую заинтересовавшую тебя рубрику. Переключаясь между рубриками, ты найдешь ответ на любой важный игровой вопрос. Ну чё, классно. Удачи! Короче, вот такая вот игра. Я просто, ёпта, не знаю. Ну чё нам нужен? Нам нужен генерал, раз Пору, уже... не пройдя. Чё, блин, ёпта? Эй, а ты будешь... Хорошо, ты будешь, сука. Ты будешь у нас Пору, генерал? Не пройдя. Не знаю, чё он говорит, но похуё. А ты у нас будешь девочка с разными глазами, будешь у нас, ёпта, не знаю. Будешь, не знаю, давай будешь у нас, ёптом, учёный. Наука на службе МИСТа. Чё-то, блядь, такое знакомое. Ладно. Неважно, неважно. Так, я у нас есть задание. Получить. Хорошо, получить. Все? Ага, я все понял, все понятно. Штаб, мы не можем. Господи. Давайте построим госпиталь. Потом. Давайте построим мастерскую. Почему ничего не происходит? Адово крутая игра. Просто. Лучшая браузерка. Главное в тему. Новости. Море. США решил, что санкции против России что-то там, блядь. А, вот. Что санкции против России, ПКА, достаточно что-то, блядь, ладно. Это реальные новости или что, или какая-то хуйня, блядь? Хорошо, неважно, неважно. Подожди. Рота ведь бей! Уебать. Рота ведь бей. Прекратите меня терроризировать этими звуками, ёбаный насос. Приняли все законы. Приняли все законы. Это просто какое-то изнасилование. Я не знаю, просто. Ай, блядь. Что тут еще такое есть-то? Карта. Город. Владелец, игрок, хуй знает какой. Это чё, блядь, такое? Ты чё, чьи-то города, что ли? Это теплицы. Короче, вот так вот выглядит глобальная карта в этой, мать его, игре. Соседи. Так. Помочь. Слишком низкий уровень. Ну ладно, чё. А на рынке чё продают? Подарки, сувениры, гербы. Приобрести.
Ну, блять, ёб твою мать. А, недостаточно скорпиона. То есть, эту хуйню, типа, мы покупаем, но я... Хорошо. Это, я так понял, наши войска. КамАЗы. Лекари. Это провокаторы. Во, обязательно надо купить десяток. Ну почему? Мне не дают купить провокатора. Ну ёпт. Ну чё вы такие нехорошие-то? А? Надо казарму улучшить, видать. Рота ведь бей. Рота ведь бей. Ок. Теперь я могу провокаторов себе купить. Да, сюда мне провокаторов. Ёпта, а чё звуки такие стрёмные-то, а? Она слегка... Ладно, не важно. Не будем на этом заострять внимание. А чё тут у нас есть ещё? Инженерия. Да, хуй с ним улучшить. Ускорить это говно. Металлургию давайте еще лучше. А нету золота. Тогда пойдем войной. О, рейтинги. Убоп. Захватил, ебать. Полстраны захватили, пидорасы. Крым. Хорошо. КГБ. Где у нас КГБ? Сотня. А, это типа кланы. Я... Всё, дошло. Море, русский блок, СССР 2.0, РУП, Крым, Россия, Эмпайр. Ёбаный насос. Зачем? Зачем в это играть? Ладно, бог. Ну, давайте получим вознаграждение, ебать копать. За такую проделанную работу, сложную и непредсказуемую. Ну ёпт. Давайте войска так пособираем. На. Так, улучшите литейную до второго уровня. Обязательно. Ну? Это браузерная игра, она не должна вообще зависать, в принципе. Какого хера только такой звук сильно громкий? Ну ладно, не важно. Потом, что у нас тут еще? Электростанция. Да. Да, электростанция до второго уровня нам. Да. Ну и вот, видите, она виснет, сука. Сука. Такая хитовая игра и так плохо оптимизирована. Вообще пиздец. Ладно. Чат. Интересно, а чё в чате пишут? Так. Типичная хуйня. Зачем тут чат, никто не знает, но не важно. Посольство, где тут литейная? Почему я ее не вижу? Ладно, давайте склад. Приняли все законы. А вот. Да. Да ёбаный брод. Чё же оно так орёт-то? Сука.
Так, тут у нас 3 минуты, давайте еще полазим. Что тут еще в чатике-то пишут? Чатик это офи... А вы сможете писать сообщение в чат, начиная с 16 уровня. Я бы хотел поматериться прямо сейчас. Почему бы и нет? Ладно. Вы что, серьезно, что ли? Не, ну игра, в принципе, не потеряна, но она настолько идиотски прописана, Входящий, ебать, еще почту сюда игровую прикрутили. Ну, красавчики, ну только нахуя? Пиздец. Можно пойти на кого-то войной, блядь? На кого можно пойти войну, ебать, копать? They can take more than нападение на эту территорию увеличит топот командира. Нападение, блядь! Ну почему, у меня нету командира, да? Выберите командира. А чё, у меня нету командира? Я ж, по-моему, назначал какую-то хуйню там. Или нет? А где я это делал? В штабе? Нет? Вакарчук! Вакарчук у нас генерал. Ебать, так а чё такое-то, да? Всё нормально. Налог 10%, увеличим налог немножечко. Ну ладно, на 1% увеличим. Ну так Вакарчук, ебать, ты же генерал, ёбаный в рот. На игровом сервере произошла ошибка, пожалуйста, отпишите, какие действия... Она еще лает, сука! О, господи. Ворог не пройде. А почему вы не прикрутили голос Вакарчука, а? Это же не так сложно. А кто такая Ева Гумилева? Что-то я не особо силен в этом деле. Ну, неважно. А как назначить командира? Ебать, я хочу на войну куда-то пойти, а вы мне не даете. Почему? Госпиталь. Да не, мне не надо никого лечить. Беда бедой бедовая. Ладушки, ладушки. Запомним это дело. Литейный есть такое. Так, ускорим. Как видите, тут много всякой... Вот так сделаю. Много всякой валюты, вроде изумрудов, золота, энергии, металла, воды, провианта и мощи. Нихуя не знаю, что для чего нужно, но это не важно. Приняли все законы! Молодцы, что вы все переняли. Но. Окей. Все по чуть-чуть, постепенничку будем улучшать. Запишу где-то 20 минут это... Ёбаный. Ладушки. Это действие уже... Ну, чё, всё понятно, всё, блядь, заебись. Раз всё вот так хорошо у нас. Чё-то мы, смотрите, за всё получаем войска. Давай. А, интересно, как это называется? Ага, произведите 10 казаков. А это кто? Это наемники. Очень политкорректная игра. Честно вам скажу. Вот просто честно для человека, который там побывал. Да, она пиздец какая политкорректная. Ну ладно.
Допустим... Рота людей! Да, блядь, я даже не знаю, чем это можно оправдать. Ёпаный брат. Слава Украине, героям слава! Ну, да, почему нет? Казармы нужны третьего уровня, а ну? А смертники-то тут нахуя? Смертники-то тут нахуя? Я чё-то не вынес... Чё-то, блядь, даже... Ладно. Я защищаю народ. Чё ты, блядь, делаешь, нахуй? Ладно, неважно. Нужна мастерская. Ну, походу, оно багануло. Такая охуительная игра. И так багануло. Ёбаный в рот. Ладно. Шутки шутками, но это пиздец. Браузерка, которая была создана для того, чтобы, я даже ничего говорить не буду. Просто кто меня понимает, кто меня хотя бы периодически смотрит и имеет, хоть чуть-чуть мозгов в своей голове, я думаю, в принципе, уже для себя все понял. Это маркетинг, это какая-то попытка, не знаю даже чего, но мать его ёб. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. И браузерка по имени, под названием maidan.ru. Всем пока, до новых видео.